мы командой вместе приняли решение. И не смогли прийти к какому-то общему знаменателю. Ситуация с Денисом, я скажу, что надеюсь, что у нас останутся с ним хорошие отношения. Я уверен, что все с ним будет хорошо. Будут меняться роли. Мы, наверное, с Миром будем более гибкими игроками. Когда собирается микс, он всегда выстреливает. Наша задача – это в перспективе оказаться очень сильной, топовой командой в мире. Что я могу сказать про Колю? С ним не был знаком до этого момента. Никогда лично с ним не общался. Ну так, мы с ним виделись на турнирах и, да, там говорили привет, привет, пока-пока. То есть такое. Ничего такого я о нем особо не слышал. Знал, что это хороший игрок, который действительно имеет свой стиль. Он имеет хороший аим. И человек понимает игру. То есть есть свое понимание, есть стиль игры, а это далеко есть не у каждого. Мира я знаю довольно-таки давно, ну, получается, 2 года. Я поехал на свой первый международный, можно так сказать, LAN, ну или первый LAN, который за границей Казахстана. Я там встретил команду Vega, и они нас выиграли. И Мир тогда очень сильно выделялся, и с того момента я следил за ним. Вот, и я его запомнил и, в принципе, знал, вот, когда мы на турнир пересекались, как хорошего парня, скромного в первую очередь. Это, мне кажется, очень важный фактор. И приятное на общение. Ну, еще он тащер. На самом деле, все случилось это быстро. После пары турниров мы команды вместе приняли решение, так как Денис не справился с ролью капитана, взять Мира, так как он был свободный еще один. У нас были проблемы, который мы пытались решить, мы решали, мы старались, мы проводили тим-толки. Он знал, он понимал то, что у нас не получается играть с ним, и мы в итоге не смогли прийти к какому-то общему знаменателю. Не в укор Денису, он игрок хороший, но если смотреть правде в глаза, то по стрельбе, допустим, скажем, Мир намного сильнее, ну, как по мне. Опыта у Дениса, конечно, больше играть в крупных турнирах, но а именно то, чего нам не хватало, может, возможно нам, то именно есть в мире. Мы будем больше играть от скилла, и этот турнир позволяет нам во время него готовиться к следующим турнирам. Мы не успели сделать никакую, ни тактическую, ни, не знаю, не договаривались, какие-то элементы мы не проговаривали. То есть мы успели только взять его, сыграть пару best of 3, и все. Мы будем играть либо по нашим старым тактикам, и он будет переигрывать с ним, либо уже попробуем фристайл. Возможно, он нам поможет. Благодаря его пониманию у нас все более-менее идет гладко. Но я не скажу, что это прям все так хорошо, потому что много нюансов, которых он не знает, и которых мы не знаем, как он будет отыгрывать. Поэтому работы еще много, но этот турнир будем играть, так сказать, на чувстве, как нащупаем. Пока никто из нас не знает, какую он роль будет выполнять. Все будет выясняться в процессе тренировок. Мы, наверное, с Миром будем более гибкими игроками, то есть мы будем выполнять роль иногда и опорника на каких-либо позициях или на Б. Также мы будем оба выполнять роль и хелпа еще, смотря какая карта. Также он будет выполнять роль опенфрайгера, иногда люркера заменять меня. Будут меняться роли, они не будут меняться кардинально, не будут меняться именно по необходимости. Если действительно там есть сейчас, на данный момент, не касается Коли, у нас, у ребят, что есть роли, которые нам не подходят, которые мы не хотели бы, мы хотели поменяться, может быть, между собой. И да, они будут меняться, и мы будем как-то все искать нужную комбинацию. На этом турнире мы дадим как минимум ему свободы, чтобы он почувствовал, поиграл, приигрался к нам. А там будет видно, надеюсь, он зажжет. Когда собирается микс, он всегда выстреливает. Это было всегда. И как бы новый игрок – это всегда что-то свежее. Мы будем играть намного лучше, потому что свежая кровь, как бы более раскрепощеннее, потому что мы чувствуем меньше давления. И действительно, я вот почувствовал, мы играли вот пару дней назад
в квалификации к ESL, и я почувствовал именно этот драйв, чувство, где у всех все получается, и все как бы на таком энергичном тонусе находятся. Я не хочу там оказывать на него какое-то давление. Естественно, мы ожидаем только положительный результат. Так, мы не просто это решение сделали. Посмотрим, что будет. Я надеюсь, что мы найдем ту нить и придем к успеху. Ситуация с Денисом, я скажу, что надеюсь, что у нас останутся с ним хорошие отношения, потому что я с ним списывался. И я думаю, надеюсь, что он не держит обиду на нас, большого зла. И я желаю ему вообще больших успехов, и именно чтобы он нашел себе тот состав, который он хочет. И остается только пожелать удачи. Я уверен, он не пропадет. Он очень смышленный, в нем есть очень много хорошего, он очень опытный. Я уверен, что все с ним будет хорошо. Планы вообще команды такие. Мы сейчас играем в StarLadder, дальше мы летим на, возможно, ближайший турнир DreamHack. Это еще не точно. После DreamHack мы полетим на отборочные, я не помню, по-моему, называется Rock Masters. И после этого мы будем готовиться к турниру, к самому главному турниру лета, конечно же, это ESL Katowice, ESL Кёльн, на котором мы прошли. Очень большие ожидания этого турнира, и планы такие грандиозные, так сказать. Знаю, что у нас в июле должен быть какой-то турнир в Китае. И пока на данный момент эти те турниры, на которые мы хотим подготовиться и действительно показать хороший уровень. Ну и, конечно же, конечная цель на, не знаю, этот год, это даже не год, до конца лета, начала осени, это мажор, который будет находиться, проводиться будет в Лондоне. И да, все это ведет к Лондону. Наша задача – это в перспективе оказаться очень сильной топовой командой в мире.